Чё, каждому стрелка дают? Нет! Только не меня! Нет! Чела с усами убили! Я убью! Публично! За пацанов! Не выстрелил! Какого хрена? Нет! Нееет! Драма в Роблоксе! Почему он не выстрелил? Здравствуйте, здравствуйте! Это кринжовые отбитые карты из Роблокса, которые вы кидаете мне в предложку, а я снимаю для вас кринжовый видосик. Поехали! Прекрасная Pizza Tower Роблокс игра. Опа, поехали. Pizza Tower Роблокс? Что? Поехали, начинаем играть. Подождите, я что, Пипина? Нет, я Минвер. Это что, Пипина Пиза? ЧЗХ, это Пипина. И чел мне написал, заткнись, ты заткнись, понял? Вот такой достойный ответ от меня подъехал. Пипина от третьего лица, ёпта. Пипина, не пиздина. О нет, это чё, челы умерли или что? Это что, кресты? А, это тот мелкий хер. Пошел в очко. Вон она, Pizza Tower, там сидит пицца-пирог, сейчас мы ее устраним. Мы зашли в Pizza Tower, это что? О нет, это тупая мышь. Походу первый левел подъехал. Поехали, музычка из Pizza Tower. Застряли на первом же левеле, ну и лох. Хорошо, хоть за мной пицца-пирог не гонится или Джон До. Hello there. А, пробить надо было, тут секретная стена была. Ни один шкильник сюда не заберется, кроме меня. Поехали. Кстати, я видосик после уроков снимаю, как обычно. Я должен пройти этот левел, иначе я буду опозорен. Опа! И что такое? Вы сделали это, ура! Я прошел. Почему Джона До нету? Он был только внутри крепости. Магаз Монвера. Нужно закупиться в магазе, но магаз слишком далеко. Сходи в магаз Монвера и закупись чипсами, дошиками и так далее. О нет, что происходит? Привет, Монвер, если читаешь это, скажи, Артём Пупсик, спасибо, если сказал. Блин, я это прочитал. Он совершил ошибку, после этого его чуть не сожрал монстр. Он забыл укрыться одеялом. О, нет, меня еще кот придавил. Вон он, магаз Монвера. О, нет, Минвера отправили туда, откуда он вылез. Подсобка доступна только персоналу. Я персонал. Что здесь есть, Миша Фредди? Чисто по стандарту. А, блядь! Мышь фры в подсобке, пацаны. Осторожно, он брыкается. Так, а помимо магазина, что тут есть? То, что что написано, ядерная подстанция. Монверу вход запрещен, я уже иду. Наконец-то. Это пульт от ядерки? Да, пацаны, ядерка пошла. Еще одна, Юрок. Все, я теперь Юрок. О нет, она уже начинает падать. Эпик, мэн. У меня сейчас наушники взорвутся. Что со мной происходит? Я бежать не могу даже. Еба. Земля съезжает вниз. О нет, пацаны, я даже картой не управляю. Все, почва просела. А, земля состояла из минверов. У тебя взорвался процессор, играя в Dota 2, и тебе нужно пойти в DNS, чтобы купить новый процессор. Поехали. Минвер. О нет, моя шайтан-машина сломалась, поэтому мне придется пойти и купить процессор Anus R3200. Кажется, супер длинный и страшный коридор. Как же мне страшно. Реально. Подвал упал? За этой дверью бойлер. И мне нужно взять пистолет. Дай мне пистолет. Куда ты украл ган? Дай-ка я тебе покажу, как надо стрелять с гана, молодой. Вот так вот надо стрелять. Кажется, я выбрался. Пора ехать на моей кар. Чё? Лада Ларгус. Нажми на дверь, чтобы войти. Я вошел. А, это босс of the gym. Так, а я же могу миновать его. Я миновал. Конец, ты нашел то, что искал. К сожалению, процессор R2200, а не Anus R3200. Все? Какой огромный проц. Я подумал, что это кровать. О, вот это уже для меня подъехало. Хоррор для слабонервных. Если вы слабонервный и вам есть 25 лет, то этот хоррор для вас, для меня. Чё, реально страшно думаете? Думаете, я какну? Фонарик взять? Опа, телефон, позвонить 102. Набирай быстрее, сколько можно лет набирать три цифры? Вас кикнули, обед. Какой обед? Короче, я так понял, тут не надо отвлекаться на всякую шляпу. Надо просто проходить нормально. А, блядь! Ах ты су... Черепок! Так-то я реально, походу, слабонервный, пацаны. Куда я выбрался? О, нет, страшно. Спуки. Это что, череп Хэвика из Team Fortress'а был? Ебать, да иди ты на! Нет, там еще вещь пострашнее, чем в Хэвике. Это бойлер. Сейчас опять Хэвик этот вылезет, я обоссусь. Да залазь ты нормально. Нет, там был гайд написан. Да не, что-то страшно, пацаны, как-то это. Я, походу, это...
Походу я даванул жижу. Вот, Voices of the Void Alpha. Добавлена пещера антиболлера. Походу обновы завезли. Реально. База-то, смотрите, прямо расцветает. Такой картины там не было. Нифига себе. Подождите, это... Телескоп нельзя чекнуть, я уже по привычке хотел. Во, Максон даже никуда не делся. Статус боеголовки офлайн. Блин, нифига респектую пацанам за то, что такое делают. Впереди пещера антиболлер. Код не 2501. Что? Ну-ка проверим. 2501. Не напугали. Хотели взять меня, да, на испуг? Где пещера? Было сказано, что впереди. Я вижу впереди пещерку. Сейчас залезем и исследуем, что там происходит. О, нет, это бойлер. Вот кто был на самом деле в этой пещере. А что туда? А, дальше нельзя зайти. Типа, я не пойду туда. Ну и ладно, не ходи. Сейчас парень чекнет. Смотри. Страх, ужас. Погодите, так а там внизу же дверочка, по-моему, была. Ну-ка, сейчас проверим. Я верю. А как я вылазить должен отсюда? Нет, это предыдущий Минвер. Хорошая работа. Небольшая проблема. У вас есть машина? Амогус? Я понял эту отсылку. А как я отсюда вылазить должен? Так это я. Тут прямо временную петлю здесь сделал в этой игре. Неплохо, неплохо. Подождите, это что? Хаги-ваги? О, нет. О, камеди-шоу какое-то. Чё это? Загрузка основного этажа. О, нет, снайпер, ложись! Успели пригнуться? Подождите, выбор исполнителя. Кто исполняет? Надо в гримерку зайти. И чё, пацаны, зашли уже? Сейчас будем шутить. Исполнитель Минвер 228. Подождите, мне надо мой выход. Так. Внимание. Сейчас будет шутка. Спасибо за внимание. А? Как вам такая шутка? Так, где... Скорее нужно уйти с этой кринжовой сцены. О, нет, дверь не сдвинется с места. Выпустите меня со сцены. Фига себе, 5 ночей у Уолтера Уайта. Вальтер Белый, здорово. А, Джесси нужно было приготовить. Его забрали Фредди. Вам нужно найти Джесси. Окей, Вальтер Бланка. Заводите. Все, поехали. Что-то мы застряли, по-моему. О, нет, это парень, которого назвали Фингер. Фредди Фазбер Пиза, отлично. Это кто такой? Это Сол Гудман. Привет, я Сол Гудман. Вы знали, что у вас есть права? Да какие права? Нам нужен Джесси. Только работники. Монвер, поиграй, это жесткая игра. Не поиграешь, будешь каким-то нене. Breaking Point. Точка разрыва. Чего разрыва? Очка? А, я понял, что это за игра. Кто-то должен кого-то шлепнуть, я так понял. Отлично, мы за столом с пацанами из Ювентуса. Здрасте. А, убийца хочет порезать. Главное, чтоб не меня. О, нет, челика из Ювентуса проткнули. Опа, меня выбрали. На ножах, на... Ну иди сюда, малая. Зря ты меня выбрала. Как кидать-то? Да я тебя так убью, ёпта. Иди сюда. Иди сюда. Блин. О, нет, нас застрелят сейчас. Убийца выбрал... О, нет, кого-то застрелили. Это акула 100%. Валим акулу. Его уже убили. О, нет, кого-то еще застрелили. ОМГ, стол шутеров. Блин, бабу сожгли только что. Меня застрелили за мой базар. Как бы ты хотел убить? Секрет. Я убью в тайне. Где этот чел, который сидел? Акула. Бам. Акула отлетела сразу же. Я шутер. О нет, молодые шутера. Блин, в открытую застрелила тянка. О нет, людей убивают одного за другим. Что происходит? Нет, только меня не убейте, пожалуйста. Чё, каждому стрелка дают? Нет. Только не меня. Нет! Чела с усами убили. Я убью публично за пацанов. Не выстрелил, какого хрена? Нет. Нет. Блин. Драма в Роблоксе. Почему он не выстрелил? Сталин, прости, не выстрелил ствол. Чё это за фейковый Монвер? Пусть фейк сражается. Все, красава, что вынесли его. Чё, я против Бэтмена? Вы чё, охренели? Пошел ты. Во, и я буду с победителем. Не, о нет, я против Сталина. Ну что ж, дружище. Блин, хотя бы это были свои пацаны. Слава СССР. Это очень крутая хоррор-игра в лесу. Прошлую версию удалил, потому что фигня в этой игре. Должен найти военного, спросить код и дойти до смотровой башни. Форест. А чё, в Сынов леса-то надо вернуться или нет? Как думаете? Кто такой Минвер 227?
О нет, это сыны леса, это страшнее, чем сыны леса. Я тупо потерялся. Пацаны, не заходите в хату. Блин, мне интересно, что там. О, я хату нашел, пацаны. Говорили, страшное в хате. Где вход-то? Монстр? Да пошел ты в очко, монстр, понял? Ульянов Ленин стал капиталистом? Это его жена, это Крупская или как ее там? Ну-ка, ну-ка. Ёбля! Кто-то мертвый. Давай, давай, давай. О, нет. Монстр. Как страшно, бля. Во. Кратко о детстве Монвера. Отлично, я жил в каком-то заколоченном поселке, в котором стоял памятник Шреку. О, я уже вижу, куда я должен сходить. Дом семьи Монвера. Что? Монвер в детстве? Так, а как запустить-то код? 2323, по-моему. Все, до свидания. На компе было 2323 написано. Ракета пошла. А, помогите. Бежим. А, тут нет выхода. Нет, челик остался там. Угадайте математику. Ну все, дети, сейчас всех уничтожу. Че, кто сколько пройдет? Сейчас я ее сейчас пройду. Десятка. Пацаны там подсказки друг другу делают в чате, но это вам не поможет. Я просто впереди. Я впереди. 7 минус 2. 5. Видали? Вот ради чего математика в школе была, чтобы в Роблоксе отвечать быстро. Стой. Я какого-то челика уже догнал. Сейчас я его... О, все, пацаны, уже тяжело, да, началось? Тяжело, тяжело, ясно, обойти не может. 5 на 2. Десятка. Просто супер. 10 раздел... Смотри, задумался. Ой, просто уделываю. Блин, наконец-то я нашел, где я превосхожу всех. И вообще уже никого не вижу, все потерялись. Все, я прошел. Я прошел. Я прошел! Я математик! Меня выпустили из школы, да! Отлично, меня пацаны похвалили, Минвер, красава, наконец-то! Я применил все свои знания и умения. Не зря универ заканчивал, пацаны. Поддержите меня! О, да! Во, стрёмная мода. Вот это да, вот это вот уже типа того, где я Дрейка собирал. Ну чё, собираем нашего урода еще одного? Ебать. Время вышло, сделай последние штрихи. Да я не успел. Подогреватель скамьи. Я не успел создать своего урода. Добро пожаловать на уродливый показ моды. Что здесь происходит? Пора оценить самые уродливые наряды. Оценивайте. Я не успел. Первый на подиуме Педро. Блин, ну и урод. Троечка. Следом идет Минвер 28. Страшно. Во, ну и урод. Ставлю пятерку. Не зря он собирал, еще какие-то лапти там собрал на него. Лучшие три уродливые награды. Блин, меня даже не было. Почему я не урод? Вон он, я слева был. Почему мой урод никому не понравился? Блин, какой уродливый скин. Хотя, чего у него там на ногах нарисовано? Стой, стой. Стой! Погоди, что там за... Погоди, это что, модераторы из Дискорда? Стой, мне надо скина смотреть. Все, ребята, это были отбитые карты из Роблокса. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте коммент. Всем пока!